Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 21 июля. Льют дожди каждый день. И день, и ночь льют. Вот сейчас слегка моросит, но тепло. Градуса 24-25 тепла. Что я вам хочу показать? Ой, так... Что мои вредины, моя живность, как она мне пакостит. Вот, видите, он сидит. И вон объедена дыня. Созрела дыня. Это вот хорошо, что я увидела. Хоть на семена соберу. Потап, вкусная дынька? Вкусная. Ага, вот. Так он ее съел. Ну, тут, по-видимому, не только он один хозяйничал. Вот. И оборвана. Дынечка вызрела, желтенькая. Это вот помою ее сейчас хорошо, она вон и лопнула. А аромат, прелесть, обрежу и изнутри достану семена. Хорошо бы, если бы... И вот слизни не подкладывала. И слизни. Да. И вон лежат желтенькие. Поедят коты. Я их и так угощу. Вот, лопнули. Лопнула. И семечки созрели. Надо убирать. Котики, я вам и так дыньку дам. Любят. Это не знаю, что у меня за коты. Едят. Вот они здесь и пасутся. И капусту, и огурцы. Вон и Дарья пришла. И капусту еще повторюсь, и огурцы, и вот и дыню, и арбузы. Все едят. Все. А дохлые страшно глядеть. Колбасы вот это не любят. А вот картошку, супы, они у меня есть не хотят. И бегают тощие, дохлые. Ну, хорошо едят кротов, медведку. Помогают. Мои вот рыболовы. Нет, нет, не нюхай, не нюхай, я ее убираю. Не нюхай, вот он идет по запаху. Проказники. Придется что мне? И вот эту, по-видимому, дыньку тоже убрать. Иначе они ее обрезут. Вот. Съедят. Тут вот еще молоденькие завязываются. Так, что у меня с этой дынькой? О, вот они. Ну, это, наверное, пускай уберу гадость эту, положу на листву прям. Вот он пришел. О, видите? Так, Потап, я вам и так дам. Не надо грызть на улице, грязи грязная. Так, три дыни я уберу. Семена будет. Будут. Семена будут. Вот он, любители. Вкусная, правда, Потапушка? Очень вкусная. Очень. Ну, ешь. Так, а как тут мои арбузы? Арбузы вроде бы они не ели. Но арбузы еще пускай сидят. На песочке все равно, хоть и песок, и все равно слизни есть. Все равно есть слизни. Неделю где-то еще целую у нас погоды не будет. Не будет. Ну вот и все. Показала. Вот они. Видите, все на пастбище вышли. Все. Пришли дыни есть. И жук в том числе. Но жук у меня не травоядный. Он не ест травы никакой. Ну вот и все. Заходите в гости, буду рада.